Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. А вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений.